Я рад приветствовать социальных работников на канале Дамаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием «Пиздец». Ну что, дорогие друзья, давайте приступим и посмотрим, будет ли нам сегодня хоть какой-нибудь пиздец. Вот наш чувачок, погнали. Я думаю, дальше сложнее. Все очень сложнее и все очень дальше. Так, это кошмар, женец. Завтра приходит так симпозиум, трататули, тратата. Давай-ка, дружище, иди в пень. Мы будем всем отказывать по полной, пока не закончим игру. У нас задача победить вот этим нашим прекрасным боссом. А остальное все фигня. Зеркало. Древнее проклятие, ломающее обычный ход событий. Один признак меньше на каждом клиенте. Но пока нам вроде это не надо. У нас денег, да попы вообще. Куда их девать? Наверное, куда-нибудь вкладывать. Какие тут есть демонические фонды вложения черепов? Мне интересно просто. Мы могли бы кого-нибудь вложить и заработать. А уже 40 клиентов. На 5 клиентов больше, а черепов меньше. Почему? У меня один вопрос только. Почему? Почему нам платят меньше за большую работу? Мы теперь судья, кстати, да. Давайте начнем. Смотрите, у меня глаза горят демоническим. Ты ничего не замечаешь? Нет? Да? Как не стыдно, ты должен быть гораздо внимательнее. Да у тебя глаза светятся, ё-моё. Ты опять выпил, что ли? Опять принял сегодня? Сегодня очередное испытание для твоих способностей. Очки. Это очки у него такие. Ну и здесь тоже, смотрите, какие-то розовые. Почему все в розовых очках ходят? Ну чё? А, ну да. Понял. Шутку понял. Розовые очки. Сними-ка розы. Сними очки существ, чтобы видеть их глаза. И не допустить ошибок по распределению. Надеюсь, ты понимаешь, что очки прячут взгляд. А взгляд может сказать многое. Приступай. Да, кстати, были однажды контрабандные сейфы моих конкурентов. Что? Контрабандные сейфы моих... Если видишь такое, отправляй туда, куда просят, или попробуй его взломать. Чё? Сейфы взломать? Для этого просто нажми на сейф. Короче говоря, у нас будут какие-то новые супер-мега-мини-игры. Так, что у тебя? У него сабли. Сабля вынимается? О, все нормально. Я хотел сказать... Нет! Смотрите, о, сейф! Так, что такое, что взломать? Так, 5, 2, чё, 2, 3, крути. Крути, чёрт подери. Крути, выкручивай. О, да это же фигня! А нет, я забываю, иди в ад. Иди в ад. Собака. Так, тихо, давайте его. А вот это, кстати, нормально, иди в ад. Так, тебя в рай. Так, ну-ка, жмякнем. А, у него же рога, иди в ад. Пипец, нас кинули только что, ребята. Так, это уже все, это уже не лечится, да? Это не лечится, и тоже в ад. О, очки. Тайсон, у тебя Библия. А, так можно было Тайсона сразу отправлять. Библия это стопудово признак святости. Так, тебя тоже, в рай. Шапку. Сейчас мы разыграем. О, опять! А, мой стажер! Когда он уже будет нормальным работником? Как че он так много вопросов? А почему, кстати, у меня не было чувака, который мне должен был помогать, когда я мог ему позвонить? Трусы на голове, божественный свет в глазах, в чистилище? Нет! Божественный свет сразу в рай. Привет, как дела? Новый клиент. По твоей просьбе рассказать. Так, рассказал анекдот, бросил оружие. Попросил стакан воды, отправил его в рай. Нет, не в рай, надо в чистилище. Угостите чашечкой чая. Нет. В раю угостят. Так, давайте, в чистилище. Так, ну-ка, очки, ну-ка это. Что, у тебя больше ничего? Иди-ка в рай. Иди-ка в ад. Чувак, брось. Иди в ад. Катастрофа, нет! Психи угнали автобус и сорвались с обрыва! А, псих! Ват! Так, ну-ка, ну-ка! Шляпу сними! Чистилище! Я не успел! Прикиньте, катастрофа провалена! Он слишком много у него было всего! Я не успел! Ват! Чувак, сними шляпу! А, нет, ошибка! Так, тебя сразу, ват, ты же дьявол! Моисей, ты как тут затесался? С кровью на... Так, тебя сразу! Кровью-то еще. А у него что такое-то другое? А, в чистилище его надо было. А, я провалил, ребятки. 26 из 40, прикиньте. И все до 6 черепов получил.
поражение. И 50, смотрите, получается, смерть теряет, а вот этот вот скотина, чума, приобрела 50 очков. Это потому, что я не прошел вот этот вот, видимо, ужас и кошмар, да? Хитрые соперники, голод и чума, придумали безотказный метод, чтобы поднять свое влияние. Ну-ка, расскажи. Представляешь, они разработали пончики, которые вызывают зависимость и жуткую аллергию, которая ведет к летальному исходу. И заменили ими всю еду. Да ну как, что все люди пончики стали жрать? Люди теперь делятся на два типа. Умирающие от аллергии на пончики. Умирающие от голода. И казалось бы, как мы можем минимизировать потери и уменьшить количество нашей работы, жнец, а? Не отвечай, все просто. Нужны деньги для оплаты услуг Шазама, какой-то Шазама, точно Шазама? Шазама волшебника какого-то. Он превратит людей в гигантских пауков, а пауки не питаются пончиками. Это отсылка к этому, по-любому, к, как он, Undertale, там они тоже пончики делали, паучьи пончики. Но я так думаю, что это к ним отсылка. Боже, это будет самая странная планета на свете. Ты в деле? Да, конечно, бери мое бабло. Вот что самое интересное, мне босс платит деньги, потом приходит ко мне и говорит: знаешь, дружище, ты не мог бы дать те деньги, которые я тебе плачу, на то, чтобы я тут какую-то херню замутил? Чё? Я на чё жить-то должен? Я пошел работать ради того, чтобы жрать, покупать себе домой хотя бы и за квартиру платить. А у меня еще бы и деньги, и отбирают, но вообще кидалово, не предприятие. Ты нам очень помог, хвалю. Да чё мне это? Твоя хвалба. Это кошмар, жнец, я опаздываю на симпозиум. Гори в аду. Так, великое прощение. Если ты ошибешься в первый раз, ошибка будет прощена. Так, уровень без катастроф. О, да нет, ну это ж скучно. Давайте лучше с катастрофами. Еще раз, на 15-й пойдем. Так, ты ничего не заметил, я все заметил. Так, тебя... А, тут без зеркала, да, все нормально. Теперь просто так, да? Отлично, мы, наверное, по-быстрому будем. Так, давай-ка, ну-ка, описание. Чешет зад, рассказал анекдот, трусы на голове. Отправить его в рай. Да! Так, ну-ка, давай. Чистилище! Чистилище! Чувак. Что там у тебя под шапкой? Ну-ка, показывай. Тупак, когда ты успел? Иди вот. О, в рай. А можно мне обратно? Нет, иди в рай. Так, идем в чистилище. О, рыцари пришли, прикольно. В чистилище. Так, вот. Так, опять нам звонит этот немощный. Машет рукой, глаза полыхают огнем, плачет, кровь на теле исчезла. Отправить его в ад? Да! Так, чувак, в ад. Ну-ка, что у тебя в чистилище? Брось автомат, иди в чистилище. Чувак, что там у тебя? Ну-ка, очки. Так, ну-ка, в рай. Психи будут, интересно? Ой, скелет, привет, чувак, топор брось, иди в чистилище. Скелета-то что там делать? Он уже давным-давно жилец. Так, давайте-ка. Брось оружие, покажи свои глаза. Покажи сиськи. Сиськи не показала, черт, подери. Когда же это кончится, когда же начнут показывать сиськи? Обувь на кровавых пятнах. Обувь в кровавых пятнах. Кровь на теле исчезла. Бросает оружие, думаю, блин, а обувь в кровавых пятнах. Кровь на теле. Но у него все еще... Нет. На обуви, наверное, должны тоже исчезнуть кровь. Тра-та-та, иди в рай. Так, не хочет бросить, иди сразу в ад. Так, тебя сразу в ад. Так, что у тебя, очки? О, в ад. Ну-ка. Меня пугает мой клиент. С ним что-то не так. Ну-ка, да, показывай, что не так. Крепко держит священную книгу. Жалуется... Нет. Крепко священную книгу уже не так. О, сейф! Так, я так понял, что нам надо пятюнчик перетащить, ну, вот сюда вот. Короче, по цифрам как-то. О, смотрите, ну-ка, это была отрава. Вы видели? Чистилище. Ват. Что у тебя? Ват. Так, священная книга, иди в рай. У него мало того, что священная книга, так у него еще и глаза светились. Так, чувак, ну-ка показывай. Пятна, чистилище. Отбрось оружие, иди в ад.
Вот в аду-то так-то повеселее будет. Там можно с оружием ходить, как там. Там повеселее, там. По бутылкам захочешь пострелять. Вот чё, работа сделана. Ну мы, короче, вообще не успели. Нам там по-любому на бету, кому максимум. Пипец, надо по времени очень быстро успевать делать что-то. Опять ты меня со своим... Отстань, пожалуйста, я тебя прошу. Молю, отстань. Время минус 60, уровень на 60 секунд короче. Мне сказали, что уровень длится 300 секунд, получается. Получить 10 черепов в случае победы. Да. Поэтому это получается у нас на минуту меньше. Мы если приблизительно справляемся за 100 с лишним, там у нас по 2 минуты. Мы можем и не успеть, дорогие друзья. Но мы попробуем. Вперед. Стажер. Сегодня музыкальный день, второй испытательной недели. Вау, круто, дайте козу, если вы видите этого чувака. Это классный чувак. Так, это что и что, что? Недавно прошел концерт метал-группы «Шепот прислужников смерти». Заканчивающийся алкогольной пьянкой и беспорядками с летальным исходом. Ну все как обычно. Теперь это металлисты отправлены прямо сюда. Все бы ничего, но они не выполняют... не выплатили гонорар за использование моего имени в названии. Поэтому теперь мы отправляем всех металлистов с козой в ад. А без козы... Металл! Да! Да, девка, металл. Ты с козой? Ты без козы? Бам! Так, тебя сразу в рай. Бам! Ты, чувак, что там у тебя? А, нет, ошибка! Он же нормальный был. А вот так, тебя в рай. Я не знаю, у него очки были. Да, тебя в ад. Ты чё, в ад? Так, с козой в ад сказали. Блин, чувак, извини, но это несправедливо. Как так с козой-то и в ад? Коза не признак сатанизма. Это оберегающий знак. Как ошибка? У него же не было ни крови, ни шиша. И оружие, все, иди в чистилище. Чистилище. С козой, всех вас сказали. Вообще несправедливость. Перестаю слушать металл, все. Так, иди, чистилище. Бросишь? Чистилище. С козой. Чистилище. Опять звонит мой ненормальный ассистент. Хочу чашечку кофе. Поздоровался, божественный свет глаз плачет. Отправить его в чистилище. Нет, отправить его в рай. Дебила кусок. Так, иди сюда. Так, с козой, все, в ад. Тебя в рай. Ты в ад. Дубину брось, иди в чистилище. Так, тебя в ад. Так. Это тоже за металл. Ты тоже за металл, иди в рай. Хоть металлиста, хоть некоторых в рай отправляют. В ад. Вас в чистилище. Иди сюда. Вас в ад. Он, кстати, очень сильно этот Копперфильд на Люцифера похож. Реально такой, знаете, тоже коварный. Так, крепко держи священную книгу в чистилище. Нет. Сейф, вскрываем. Пятюнчик. Пятюнчик здесь. Крутим. Отлично, вскрыли. Еще немножко компромату. Так. Смотрит на меня. Так, чешет затылок, бросил оружие, думаю, его в рай. Нет. Он в чистилище, добил. Так, у тебя хоть что-нибудь есть? Нет, хрум-хрум, иди в рай. Карлин, ты-то что, в чистилище, братан, тебя? Извини. Так, тебя в рай. Я успеваю, нет? Так, в чистилище. Еще. Последний. Моего решения ждут. Ага, давай. Кровь под ногами смылась. Одежда в кровавых пятнах. Так, да-да-да, в ад, в ад. В кровавых пятнах сразу в ад. Бросай оружие, иди в чистилище. Да! Это учесть, что время было ограничено. Вообще ни шиша не успеваю читать. Хотя нет, смотрите, 127, это ровно половина. А почему? Не понял. Как тогда на 60 секунд оно было ограничено? Мы как раз за 2 минуты управились. Мы даже больше управились, чем за 2 минуты. Это 127 секунд, на 7 секунд мы опоздали. Мы бы могли бы втухнуть, но почему-то не втухли. Я не знаю почему. Опять ты. Отстань. Так, уровень без катастроф. И время на 60 секунд больше. Но нам это не нужно, погнали. Пока вроде как бы нормально. Когда мы будем чисто париться и чисто только на Е отвечать там, или на С, или на вообще нас выгонят с работы, то тогда, конечно, мы будем, да, тогда мы будем уже брать какие-нибудь штуки. Пока нам это не надо, пока просто купим бабло.
с курицей. Итак, жнец. Забавная новость. О, блин, нет. Ну она была забавная. Я, блин, нажмакнул, думал, быстрее текст промотается. Смекаешь, да? Голод хочет съесть все сам. Чему я не удивлен? Ну это да, это же голод. В общем, увидишь кого с едой в руках, отправляй в ад. Короче говоря, там что-то про еду. Забавный случай, видимо, все стали с едой ходить. Почему-то все приходят с едой, попадаются на другой свет. Знаете, я свою еду ношу с собой. Как на работу со своей едой, вот здесь то же самое. Погнали! Так, у тебя есть еда, ты? Чистилище! Брось дубинку, иди в чистилище. Чистилище. Так, ты... Чё? Ты любишь... Ха-ха-ха! Так это я понял, кто, короче, это цыганы! Это цыганы, реально! Ты любишь песиков? Ну, песики! Ха-ха-ха! Я вначале думал, что это, короче, чувак, который... он похож на Чичмарина, реально. Так, а тебя, конечно, мой сейф, тапочка. Иди в чистилище. Вот. 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 Чуваки с козами. Что у тебя такое? Иди в чистилище. Так, что у тебя? Иди в чистилище. Брось оружие, покажи шапку, иди в чистилище. Чего так много в чистилище? Конечно, тебе в рай. В рай. Так, ну-ка, сними очки. Иди в рай. Так. Так, у него вроде... А, у него тоже очки. Фига себе, только они были прозрачные вроде. Иди в рай. Так. Что там тебе? Так, обмочил штаны. Кровь под ногами смылась. Кровь на теле исчезла. Плачет. Отправить его в чистилище. Ват, ват, давай, всех ват. О, спицы, смотри, спицы, ват, сразу же. Офигеть. Так, тебя тоже ват, все с едой. Банан там вроде нормальная пища. Бананы даже нельзя, ребятки. Сразу в ад. Так что не грите с собой демон с едой. Явно такая подстава конкретная. Так, это смывается? Да, иди в чистилище. Так, святая книга. Ну-ка, показывай чистилище. Кто психу вообще выдал оружие? Тебя сразу в ад. Ты же демон. Так, оружие брось, иди в чистилище. Лев Николаевич, вы что рога-то отрастили? Ё-моё! Кто там? Клиент. Так, ну-ка давай вызывает у него. Кровь на теле исчезла. Чешет зад, бросил оружие. Думаю, его в рай. Да нет, конечно. Ты ж когда научишься-то, ёперный театр. Так, единица. Единица сюда уходит. Единица сюда. А, так, давайте. Это же коварный план. Четверка. Куча оружия. Джей, у тебя все нормально. Иди в рай. Работа сделана. Меньше 100 секунд мы, наверное, сделали, да? Нет, 118. Но без плюса. Судья. Теперь, а кто? Старший судья. Да. Так, Жарабас что-то от меня хочет. Ох, тяжело ходить, кажется, все тело... все дело в погоде. Да нет, просто ты жирный. Завтра мне будет совсем тяжело. Хочу попросить тебя об одолжении, жнец. Отработай следующий день в мою пользу. Да иди в пень. Иди, иди. Я не могу в пень его отправить. Дополнительное влияние всадников заказчиков. Но мы, конечно, потом с вами, ребята, будем проходить и на другие концовки. Тогда будем стараться, например, там, за голод больше, там, за чуму больше. Там будем брать и там всякие сделки. Брать вот эту штуку, двойные там всякие сделки для этих созданий. Тогда будет прикольно. А пока мы чисто идем по обычному стандартному сюжету. Пройти за нашего прекрасного, смерть. За смерть пройти. Старший судья. О, смотрите, чистилище будет закрыто. Однажды очень давно я совершил неправильный выбор. Предпочел тарелке с рисом вкусный бургер. Видимо, это было очень страшное решение. Это уже дела минувших дней, но мне до сих пор грызет совесть. Итак, тема дня. Совесть. Точнее, ее отсутствие. Некоторым существам это не позволит отправиться в чистилище, и они требуют чего-то другого. Отправлять таких в ад, ибо мы есть закон. Прям как судья Дред просто. I'm a law! Приступай! Это как интересно будет выглядеть. Так, тебя в рай, да, я глаза светились. Что такое? В ад! Не хочешь, иди в ад! Мы бескомпромиссные ребята вообще. Чуть что, сразу в ад. Так, а тебя в рай. О, это нормальный какой-то. Ерема. Сразу по нему видно. Еремочка. Еремей, Еремеевич, Еремея, сын.
Так. Нет, 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 у меня же было. Что делать с клиентом? Так, давай, ну-ка, давай, быстро. Под ногами лужа крови. Попросил стакан воды, танцую, думаю, так его. Нет, конечно. В ад. О, темный рыцарь! Темный властелин, иди в рай. Как тебя в ад? Ну ты так-то демон был. Тебя в рай. Так, ну-ка. Чистилище. Что у вас с пистолетом, сказкой? Идите в чистилище. Так, ну-ка, что у вас, Лев Николаевич? Идите в чистилище. Вперед в ад. Так, в чистилище. Как нет-то в чистилище? Ее же там кровь... А, наверное, у нее что-то другое, какой-то признак был, да? Который в ад там, или еще куда-то ее надо было отправить. В ад, наверное. Так, красные глаза, бросил оружие. Красные глаза сразу же куда? В рай? Нет, конечно же, в ад. Так, тебя в ад. Так, у тебя в рай. Так, подарил мне карандаш. Пытается поспать. Кровь под ногами смылась, думаю, его куда? Нет, не в ад. Давай. Такая секси-леди с автоматом. Тебя в рай. Давай. Мистер, куда вас в рай? Так, тебя в рай. Ты же тупак шакру с Библией. Я вообще удивился. Хотя, может быть, конечно, он и читал, почитывал там Библию, да? В свое время. Кто его знает? Смотри, она с рыбой. Иди-ка в ад. Нет, смотри-ка, вот. Какие титьки в ад ушли, а? Там у них самое вкусное. Жнец, клиент. Так, ну-ка давай. Чешет затылок, кровь под ногами смылась, кровь на теле исчезла. Не отдает оружие. Отправить его куда? Нет, конечно же. В рай, иди-ка в рай. Так, надо, видимо, сразу смотреть, куда просят отправить. Если, например, в рай, если там уже первым словам можно сразу понять, куда его можно отправить. Че, ну-ка там у тебя под шляпой? Что под шляпой? Так, и сейф. Четверочка. И троечка, да? Хоп. Еда! Джей, Геврай. Шляпа. Чистилище. Ну мы ошиблись там пару раз, по-моему, да, или один. Я уж не помню. В Лене всадников, на Б. Ну на Б пока проходим уже хорошо. Я как бы не стремлюсь там на А с плюсом. Опять тебе тяжело ходить. Двигайся больше, меньше жри, и все будет нормально. Сломал лифт. Так, его починят. Дополнительно 30 секунд на уровень. Нам, короче, ладно, забьем. Ну давай, погнали. Жнец, сегодня я задумался. Голод не любит, когда люди едят. Я когда-то выбрал бургер вместо здоровой пищи. Он до сих пор это помнит. Знаешь, я считаю, надо давать второй шанс. Хотя бы в такой маленькой детали. А, у кого еда, короче, это пролезть в чистилище, да? С этого дня все, кто откажется от еды и выбросит ее, попадают в чистилище для искупления своих грехов. Да так и сделаем. Что-то я устал. А ты работай. Красавчик просто. Что-то я устал, а ты работай. Молодец. Так. Хочет, так, а хочет обниматься, бросил оружие, сильно потеет. Куда его в ад? Да нет, если бросил оружие в чистилище. А ну-ка давай. Так, тебя в ад. Опять ты. Сильно икает, руки в карманах, требует сок. Отправить его в рай? Да. Так, в чистилище. Не отдает оружие. Сразу. Так, тебя в рай. Тебя в ад. Так, вас в рай. Вас в ад. Вас в рай. Кого там в ад? Вас в ад. Так, сейф, давайте, погнали. Что, он тут троечку просит? Так, троечку, дадим троечку. А здесь что? А здесь однерка. Так, подожди. Однерку перекрутим. И тройку сюда. Все нормально. Куча оружия. Вот. Так, что у вас, мистер Врей? Что у вас? Врей. Меня пугает мой клиент. Давай-ка посмотрим. Трусы на голове, красные глаза. Хмурится, отправить его в ад? Нет. Как это? Что такое замедлен? Я, короче, что-то неправильно сделал, ребятки. Как нет-то? Он же вроде хороший чувак, но нельзя было в ад. Так. А, нет! Черт! Он же мог пойти в чистилище, да? О, все, я, короче, начал косячить. Так, вас в рай. Меня все сразу же выбило из колеи эта тема. Чистилище. В ад. Катастрофа! Борьба за нефть! Фига себе! Это что за шпацирован? Давай-ка садись! Так, тебя! В рай! Так, с рыбой! Нет! Можно же, я забыл, что еду можно!
Ладно, мы сейчас еще раз. Я все время забываю, что еду-то тоже теперь можно отдавать. Ну, то есть можно отправлять ее с ней в чистилище. RS-1 Сенчнец! Я не просто так поставил тебя в один ряд с этими именами. Хочешь, чтобы все осталось... все остальные делали так же, Жнец? Что? Все просто. Отработай следующий день в мою пользу. И я посмотрю, как это можно ускорить. Короче, иди в пень. Вот о чем воспользовались манией человечества к поддержанию стройной фигуры тела. Различными диетами и успешно уменьшают поголовье людей с помощью жиросжигательных таблеток для фитнеса. Ну какие подлые. Особенность их такова, чтобы они сжигали абсолютно весь жир в организме, что ведет к летальному исходу, и это сказывается на нас, Жнец, и на количестве нашей, то есть твоей работы. Так ты вообще ничего не делаешь по этому, да, получается? Поэтому предлагаю сбросить на планету, например, Луну, хотя бы можно просто заменить таблетки на настоящие. Так, менее вредные, да? Ну давай, давай, что, я так вот и сделал. Все во имя нашего блага, он говорит. Так, уровень на 30 секунд короче. Уровень без катастроф. Давайте еще раз, на 19-й. Нам надо сделать это. Еду, да, да, да. Теперь можно отдавать. Блин, это вообще такое западло. Что там она? Под ногами. Кровь под ногами смылась. Нет, Моисей, что у вас? Идите. Вода. Карандаш показывает паспорт, бросил оружие. Нет. Да как? Ну блин, он же бросил оружие, его нельзя в ад. Блин. Ты бросаешь еду, иди в ад. Тебя сразу. Тебя в рай. Так, тебя в рай. В ад. В рай. Мне нравится. Так, сильно икает, жалуется на холод, огромные рога. Надо было сразу читать, огромные рога. Чистилище. У вас что, сэр? Рай. У вас что, сэр? Так, чистилище, конечно же. Карлен. Терминатор. Фига себе. Где что там? Питомец. С питомцами можно. Терминатор тут что здесь сделал? Причем простреленный. Так, вас сюда. Так, вас в чистилище. Идите в рай. Рыба. Чистилище. Катастрофа. Вспышка игровой зависимости после выхода. Лиг оф что-то там. Короче, какая-то лига. Иди вперед в рай. Так, тебя в ад. Гейб. А, да, тебя в рай. Тебя в ад. Что с тобой не так? В рай. Ну-ка, ват. Чистилище. Ват. В рай. Давайте, мы должны успеть. Дота. Дота сразу же. Бедные несчастные дотеры погибли. Чистилище. Тебя в рай. Тебя в ад. Тебя в ад. Мы успели, да, пройти вроде? Так, Наполеоныч. Нет, 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 нет. Его же можно было в чистилище. Наполеона в чистилище. Ват. Ват. Так, что там у тебя? В рай. Шрек, ну забавный, пипец. Работа выполнена. Блин, Шрек забавный, конечно. Спасибо, я выжил благодаря тебе. Это же этот, как его? Как его звали-то? Джон Коннор. Это какое-то безумие. Спасибо, я выжил благодаря тебе. А если бы я... Да куда можно было его не отправить-то? Терминатора в ад? Ну, а смысл какой? Но он все равно бы... то есть, он бы все равно выжил. Смотрите, я даже на ад прошел. 89 секунд. Вот так вот. Это учесть, что 30 на 30 секунд было короче уровень. Опять ты что-то... Один РС, да, короче, ты... Это ж война, он должен быть прямым, да, например. Он должен быть по-прямому разговаривать. Типа, мол, конкретно мне в лицо. А вот хитрый, типа, чумной доктор, он может быть там хитрый, знаете, там, лезть мне где-то там. Видите? Время на 30 секунд меньше. Дополнительное влияние всадника. Погнали на 20. Так, смотрите, у кого будет... Ты только прочитай, Жнец! Эциос Кридос Люциферус.
сплошной... Не прошло и пару сотен лет, как люди вслед за хорошей книгой написали плохую. Причем, говоря плохую, я имею в виду не смыслы, все смыслы. И книга злая, и написана плохо. Представляю тебе Некрономикон. Или как-то так. В общем, такое дело, последователи сатаны будут рады встретиться с ним лично. Все, кто приходит с... ну, к нам с такой книгой, отправляй в ад. Аминь. Забавная смерть. Аминь. Смерти-то какой аминь, ей еще все равно. Так, вас в рай. У вас что здесь? Вас в рай. Так, вас в ад. В ад. В ад. Так, вас в ад. С такой-то... с каким-то талмутом. Ну-ка, давай посмотрим, что там. Ват, да? Бросил оружие. Бледный. Огромные рога. Кровь под ногами. Ват, да. Так, вас в рай. Вас в ад. Это что такое? Пицца. Бросил пиццу. Давай. Чистилище. Вас в рай. Вас в рай. Кутузов, красавчик. Так, вы там все бросаете. Вас давайте, да, в чистилище. Вас в ад. К сожалению. Я даже не успел почитать про металлистов, что... Он же кровь смыл. А, у него, возможно, там очки были, да? Так, цыгана. Цыгана, конечно же, чистилище. Ладно. Сейф. Смотрите, уже три цифры. Один. Однерка мне нужна. Однерка нужна здесь. Пятерка совпала. И нули нужны. Так, как же нам... А, так не получится. Так, давайте тут перекрутим. Отлично! Вас в ад. Вас в ад. Катастрофа! И ты, Брут! Сейчас рыбли не будут нападать. Так, ну-ка, давай. Это Цезарь. Цезарь не хочет отдавать мясо. Опять Цезарь. Цезарь не хочет, иди в ад. Цезарь, иди. Это все просто римляне. Это даже не Цезарь, это просто римляне. Ну-ка, сними шляпу и иди в чистилище. Так, иди в рай. О, так. А, нет, ошибка. Я просто, рожа у него в крови была. А, я такой думаю, ну, наверное, он тоже злодей. Короче, они меняют. Так и шалом. Так и просим вас, пройдите в рай. Меня пугает. Ну, блин, я так хотел бы, чтобы ремни у нас были. Так, бросил оружие, кровь под ногами, смылась, одежда в кровавых пятнах. Отправить его в ад, да. Только давай. Так, вас тоже в ад. Снимите очки, вас в рай, конечно. Сэр, вас в ад. Рыбу брось. Иди в чистилище. Так, а тебя, да, тебя в ад. Шериф, вас в рай. Так, а вас в ад. Рога еще никто не отменял. Так, забавный клиент. Хочет обниматься, рассказал анекдот, потерял интерес. Думаю, его в чистилище? Нет. Так, вас в рай. Что у вас там, вас в рай? Работа сделана. Сейчас будет интересная концовка недели. Это... тематическая вечеринка. Тематические вечеринки самые шикарные в этой игре. Видящий, что там? Что видящий? Истину, да? Так, 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 мы вас отказываемся от вас. 3235. Разве они могут что-то против этого, ну, противопоставить? 3235, ё-моё. Так, если ты ошибешься во время катастрофы, ошибка будет прощена. Вот это, кстати, вещь. Вы знаете, хорошая вещь. Я куплю. Потому что охота катастрофа победить, а, к сожалению, не получается. Не всегда получается. Сломался лифт, так, ладно, это не то. Так, тематическая вечеринка. Чья интересная тема? Пираты, да! Сухопутная. Сухопутная чучела. Сегодня праздник, пиратский день. Свистайся наверх и вниз, и в чистилище. Все как обычно. Исполняя накопленные знания, используя накопленные знания во благо нашей работы, жнец. Приступай! Так, пираты. Так, ну-ка брось. Пираты никогда не бросают сабли. Ты просто пьяный пират. Пухое быдло. Так, давай посмотрим, что это. Так, крепкость сжимает оружие. Кровь на теле исчезла. Сильно потерял. Так, я думаю, да, у вас. Так, вот. Вас в рай, конечно же, мистер пират. Меня мачтой придавило. Его мачтой придавило. Так, вас в ад, конечно же. Так, бросил пончик,
щипает себя, сильно икает, отправить его в чистилище, да. Так, вас в рай. Я думал, это светящиеся глаза, это очки, прикиньте. Вот это кидалово, короче. Вот это меня кинули только что. Меня пират только что кинул. Но пираты всегда любят кидать. Меня высадили на остров. О, пиратка. Секси-леди. Так, давайте его тоже. Пиратский есть прикольный, смотрите, какая обрисовочка. Так, это просто, да, у нас обычный пират. Почему все с ногами? Клад! Не видел никакого клада. Иди туда, в чистилище. Воробей. Смекаешь, цыпа? Так, иди в рай. Но он похож на воробья, да? Так, ты оружие бросил, иди. О, смотрите, кто у нас здесь. Так, давай. Не входишь в чистилище, дюба. Так, ты какой-то вообще какой-то непонятный. Это не похож на пирата. Какой-то непонятный чувак. Так. Кровь под ногами смылась, кровь на теле исчезла. Обмочил штаны, отправить его в чистилище. Да. Иди в рай. Так, ну-ка. Под шляпой что? Иди в чистилище. Обычный пират. Любовь ужасных, ужасный недостаток. Ну, он же с сердцем, помните, да? У него опять глаза светятся? Иди. Оружие брось. Так, иди в ад. Так непривычно, да? Пираты же все в шляпах обычно. Для них это нормально. Так, иди в ад. Иди в ад. Сейф. 4, 3, 0. Так, 0 здесь есть. Четверка мне нужна. 4 и 3. А, тройка здесь. Перекрутим. А, тут хитро надо перекрутить. А, не так перекрутил. Нет. Уже не докручу. И ноль не выставил вовремя. Да, я открыл, успел. А может, кстати, время идет тут без разницы, как бы, да? Оно чисто мое время истекает. Ну, то есть обычное общее время. Не хочешь, иди в ад. Джек Воробей, ё-моё, иди в ад. Тебе там и самое место. Кровь на теле исчезла, бросил пончик. В футболке Black Sabbath. Думаю, его в рай, но у него козы же нет, значит, можно, да, его в рай? Ой, точнее, нет, его нельзя в рай, он в чистилище должен быть. Так, рыбу брось. Не хочет бросать рыбу. Представляете? Так, ну-ка. Не исчезает. Идем. Так. Описание. Попросил закурить. Напевает калинку. Крепко держит священную книгу. Отправить его в чистилище. Нет, в рай надо было отправить его. Брось рыбу. Не переношу несчастье. Все, ложь. Что такое? Иди в чистилище. Так, а тебя в рай. А тебя в чистилище. Так, давайте, кто там у нас? Бросил пончик, кровь на теле исчезла в футболке Black Sabbath. Думаю, его в рай. Нет, его в чистилище, я же тебе уже сказал. Ты только что этого чувака мне подносил. Ну, очень долго, конечно, мы тут пропотели. Может быть, сейфом была, короче, такая замануха, да? То есть, когда крутишь сейф, время идет твое обычное. Я думал, может быть, какое-то нам дают... Нет, там какое-то свое время. Там были секунды, да, наверху, они ж крутились. На Б, смотрите, влияние всадников. 180 на пятюню голод, и все очень круто. Так, ты нам не интересен, мы уже тебе говорили. Давайте посмотрим, что там у нас. Безветрие, туман... Так, туман? Будет какой-то туман? Рассеивается дольше. Туман мы не будем видеть, части, короче. О, вот это вообще интересненько. Ну, смотрите, мы новую неделю открыли. Видящий истину. Наше звание. Мы открыли новую неделю, открыли все на Б, даже есть на пятюнечку нам на А. Вообще мы очень хорошо отыграли. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Если это так, то не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делиться им с друзьями. А также добавляйте плейлисты, ну и вступайте в нашу группу ВКонтакте в конце концов. И подписывайтесь на канал уже и жбакайте колокольчик, чтобы быть всегда в теме. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока.